Технологическое нарушение на одной из крупных подстанций столицы республики устранено, сообщили энергетики. Напомню, из-за аварии без света накануне оставались жители нескольких районов Якутска, а также частично Горного Улуса. Под ограничения попали дома по Покровскому тракту в районе речевой школы, Сергеляхскому шоссе, частично район птицефабрики и улицы Билибина. Вечером энергоснабжение полностью было восстановлено. В 20:15 энергоснабжение жителей города Якутска было восстановлено полностью. Ограничение частично затронуло потребителей Горного Улуса. Во время аварийно-восстановительных работ энергоснабжение жителей Улуса, кроме села Магарасы, осуществлялось от резервных источников. В 21:05 подача электроэнергии была возобновлена в полном объеме.